Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим кабачки со сладким болгарским перцем. Всем любителям овощей этот рецепт точно понравится. Итак, нам потребуется 400 грамм кабачка, 200 грамм сладкого болгарского перца, небольшая луковица весом 100 грамм, 2 крупные дольки чеснока, подсолнечное масло, соевый соус, уксус 9% и соль. Приготовим маринад для овощей. К измельченному чесноку добавим 4 столовые ложки подсолнечного масла, 2 столовые ложки соевого соуса, столовую ложку 9% уксуса. Все хорошо размешиваем, чтобы соус стал однородный. В этот соус отправляем некрупно порезанный перец. Луковицу разрезала на 4 части и вот такими тоненькими колечками. Кабачок, если крупные, семечки крупные убираем, если семечки мягкие, оставляем. И добавляем сюда же в соус. Аккуратно перемешиваем, чтобы все овощи были в соусе. И оставим на 15-20 минут мариноваться при комнатной температуре. На дно чаши мультиварки наливаем буквально столовую ложку масла. И выкладываем наши замаринованные овощи. Закрываем крышку мультиварки. Кабачки и перец готовятся достаточно быстро. Готовить буду на ручном режиме при температуре 130 градусов 25 минут. Этого времени достаточно. Время истекло, овощи готовы, перемешаем. Эти жидкости совсем немного, так как температура была достаточно высокая. Будем подавать. При подаче на стол добавляем соевый соус, можно просто добавить соли. Овощи, благодаря тому, что мы их заранее замариновали, остаются плотными, держат форму и получаются очень вкусными. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.